6 июня в России отмечают 220-летие со дня рождения поэта Александра Пушкина. В честь этой даты на центральной площади нашего города Забайкальская краевая универсальная научная библиотека имени Пушкина провела литературный праздник. Мы всегда в этот день устраиваем громкие чтения, устраиваем литературные площадки, всеразличные литературные квесты. И все это, естественно, посвящено нашему великому русскому писателю, поэту Александру Сергеевичу Пушкину. Участниками мероприятия стали дети и молодежь нашего города, а также простые прохожие. Каждый мог подойти к микрофону и прочитать стихи и прозу любимого писателя и поэта. Не только наизусть, но и по книге. И долго буду тем любезен я народу, что чувства добрые я лирой пробуждал, что в мой жестокий век восславил я свободу и милость к падшим призывал. На неведомых дорожках следы невиданных зверей. Избушка там на курьих ножках, стоим без окон, без дверей. В пустыне чахлый скипой, на почве зноем раскаленный. Анчар, как грозный часовой, стоит, он один во всей вселенной. Министр культуры Забайкальского края Татьяна Цимпилова тоже присоединилась к любителям творчества Пушкина и прочитала стихотворение «Я помню чудное мгновение». Я помню чудное мгновение, предо мной явилась ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты. Помимо этого, поклонники творчества Александра Сергеевича могут поучаствовать во всероссийском флешмобе 6 июня, опубликовав пост о поэте в любой социальной сети с хэштегом «Наш Пушкин» и «Культура РФ». Галина Миртова, Анна Ботвинник, Анатолий Тюльнев. Время новостей.